Все началось в тот момент, когда в поезде я познакомился с женщиной. Я Элис. Я Фрэнк. Ну и имечко. Ха-ха. Что поделаешь, какой есть. Мы подыщем вам другое. Согласен. У меня такое странное ощущение, что те двое за нами следят. По-моему, вы правы. Серьезно? Нет. Фрэнк, давай со мной. Элис Уорд, супруга. Располагайся. Все, берем его. Клан Валы пытаются сломать дверь в моем номере. Что именно у вас случилось с дверью, сэр? Мне надо идти! Почему меня хотят убить? Александр Пирс украл у мафии большие деньги. Они думают, что ты — это он. Этот человек находится в розыске в 14 странах. Я просчиталась. Ты был частью плана. Поэтому она его и выбрала. Чтобы отвлечь нас. Прости, что я тебя в это втянула. А кто тебя в это втянул? Они будут там вместе. Элис! Вы хотите заявить об убийстве? О покушении на убийство. Это несерьезно. Несерьезно, если ждешь убийства. А если ждешь ужин в номер, даже очень серьезно. А я не жалею о том, что целовал тебя.